Теперь их имена знают все. В Орле подвели спортивные итоги года, чествовали лучших. В стенах городского центра культуры собрались все, кому удалось пополнить копилку побед Орловщины. Здесь есть и молодые наши звездочки, и спортсмены взрослого спортивного мастерства, уже выступающих во взрослых сборных командах Российской Федерации, и заслуженные спортсмены, и тренеры, прежде всего, которых еще не успели наградить. Каждый из награжденных более чем достоин оказанного доверия, ведь за плечами напряженные тренировки и соревнования, где пришлось выложиться на все 100, чтобы обойти не менее сильных соперников. В 2015 году в составе сборной России выступал на чемпионате мира, проходил в городе Москве в апреле месяце. На чемпионате я также одержал победу. Как бы на этом старте я выполнил норматив мастер спорта международного класса, за что сегодня меня наградили и вручили удостоверение. В этот торжественный вечер были награждены и почетные тренеры, которые внесли вклад в развитие спорта на Орловщине. Среди них оказался заслуженный работник физической культуры Владимир Гаврилович Мельников. Надеюсь, что такие мероприятия будут у нас каждый год. Эти мероприятия мобилизуют людей, и агитация наглядная за здоровый образ жизни. Нигде так не сагитируешь, как вот на таких мероприятиях. Не обошелся бал спортсменов и без концертной части. Присутствующие стали зрителями показательных выступлений орловских бойцов. Екатерина Соленкова, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».